полиция просит воздержаться от поездок по трассе в темное, а также вечернее время суток и по возможности оставаться дома до прояснения ситуации. Пап, мне страшно. Тима, ты чего не спишь? Мне приснился страшный сон. Давай остановимся, я хочу туалет. Давай, мне тоже проветриться не помешает. Там есть кусты, далеко только не уходи, а я пока колеса проверю. Хорошо. Кто Ну что, Дима, готов ехать? Дима? Дима! Тимур! Дима! Дима! Дима, ты совсем обалдел, что ли? Что ты наделал? Я ж тебе говорил, не уходи далеко от машины. Ты чего? Папа, ты тоже это видишь? Что? Тима, там ничего нет. Не выдумывай. На свою кепку и пойдем уже к машине. И больше так не делай, понял? Ого! Ты слышал? Что это было? Это он! Пойдем-ка быстрее в машину. Мне это не нравится. Я там что-то вижу. Никуда не уходи, я сейчас подойду. Понял? Что здесь произошло? Чьи это вещи? Надо валить отсюда. Дима, быстрее уходим отсюда, там чья-то одежда. Папа, смотри. Что за... Всего 1000 лайков, и мы сможем спрятаться от сирены голова. Надеемся на вашу помощь.